Здравствуйте, дамы и господа. Записываю это видео для тех, кто не знает, где Морозный Глёк. Вышка Надгорная, Геруда. И летим, как показано на видео. То есть он практически рядом с ней. Это самый короткий путь до Ледяного Глёка. С этим все просто, с этим все понятно. А вот насчет просьбы показать, где Светлый Дракон, я реально подзапарился часа на два. В принципе, никакой информации особо не нашел, ни времени, ни места, где он появляется. Но человек попросил, я сказал, что сделаю, я сделал. Около 2 часов я пытался понять, какой у него маршрут, в какое время он где летает. Но потом я понял одно это точно, что это все бесполезно. И я просто выбрал точку и начал ждать. Ждал я довольно долго. В общем, отправляемся на святилище по Ахасаси, как я люблю эти названия в Зельде, на остров изгнания тьмы. Так будет проще. Отправляемся туда и ждем 5 часов утра. Он полетит со стороны пустыни Геруда. Как показано на видео, прыгаете, летите и добываете с него то, что вам нужно добыть. В принципе, можно и не с этого острова прыгать. На видео видно, что есть куда удобнее место. Просто я не знал, откуда он полетит и на какой высоте. Поэтому забрался как можно выше и начал ждать. Ожидания оказались не пустыми. Вот, пожалуйста, вам белый дракон. В общем, подписывайтесь на канал. Кому было интересно, ставьте лайк. Если в кого-то что-то еще интересует, помочь найти, пройти, показать, где что лежит, пишите комментарии. И всем пока. Thank you.